Шалом, дорогие друзья! В нашей недельной главе Трума мы считаем о том, как был устроен храм изнутри, что где находилось и как оно было изготовлено. И у современного человека может возникнуть вопрос, какая мне разница до того, что и где находилось внутри храма? Какое это имеет отношение к моей жизни сейчас, к моему соблюдению заповеди сейчас? Хочу привести вам комментарий Рава Шимшона Давида Пинкуса, который очень красиво отвечает нам на этот вопрос. В нашей недельной главе Всевышний повелевает Маше: «И сделай стол из дерева шитим, 2 локтя его длина, и локоть его ширина, и 1,5 локтя его высота, и покрой его чистым золотом, и сделай к нему золотой венец вокруг, и сделай к нему обрамление в ладонь вокруг, и сделай золотой венец к его обрамлению вокруг», объясняет Рав Пинкус. У 3 из предметов храма была кайма в виде золотого венца. У ковчега, у внутреннего жертвенника и у стола. Ковчег – это вместилище Торы. Суть жертвенника – это служение Всевышнему. А стол символизирует материальные блага. Это 3 столпа мира. Тора, служение Богу и добрые дела. И это 3 короны, упоминаемые в трактате Авод. Корона Торы – корона коинов и корона царства. Корона демонстрирует превосходство и величие. Голова – самый верхний и самый главный из всех органов тела. И когда возлагают на голову человека корону, которая является не частью головы, а чем-то еще более высоким, это символизирует особое превосходство, гораздо выше того, что человеческий разум способен постичь. Об этом и сказано в строке: «Корону дадут тебе, Господь Бог наш». Ангелы и народ Израиля прославляют тем, что Бог выше всякого восприятия и постижения, как корона на голове царя, которая демонстрирует, что он находится над всем народом, он выше их и царствует над ними. В соответствии с этим пониманием, корона на ковчеге намекает на того, кто удостаивается владеть мудростью Торы, ведь тем самым он становится намного выше большинства обычных людей. Так и корона на жертвеннике. Ее смысл в том, что настоящие слуги Всевышнего, великие праведники, поднимаются над простым народом, блуждающим в пустой суете времени. Непонятно, зачем нужна корона на столе, ведь чем обладатели большого капитала выше всех остальных? Более того, сказано: «Сделай вокруг рамы золотую кайму». Раши объясняет, что это та же самая кайма, которая упоминалась выше. Однако другие комментарии говорят, что у стола было 2 короны. Одна сверху во главе стола, а другая снизу, сбоку на раме. Если так, то сколь удивительно, что именно стол, символизирующий богатство и капитал, обладал 2 коронами. Конечно, известно, что испытание богатством – это одно из самых тяжелых испытаний, поскольку тот, у кого есть 100, желает 200, а у кого есть 200, желает 400. Чем больше у человека есть, тем больше ему не хватает. И большую часть времени своей жизни человек занят заработком, чтобы добавить к своим владениям как можно больше. Тот, кто преодолевает свое дурное начало и вместо того, чтобы копить свое имущество, наоборот, раздает его, милосердно помогая другим, он на самом деле выше большинства простых людей и достоин золотой короны на голове. А то, что на столе было 2 короны, мне видится, пишет Рав Давид Пинкус, что одна символизирует богатых, то есть тут сдаку, которую они дают из своих денег, а другая корона символизирует простой народ среднего достатка и бедняков. Здесь идет речь о еде. Человек в состоянии превратить свое ежедневное питание в поистине высокое служение Творцу. Иначе говоря, сделать его короной на своей голове, при условии, что он очень следит за тем, чтобы произносить благословения с должным настроем, употреблять пищу ради небес, достойный с трепетом, чтобы слова Торы всегда звучали за столом. Тогда его стол становится подобным жертвеннику. Обычный человек, когда он голоден, голова у него совсем перестает работать, и горе тому несчастному благословению, которое стоит перед ним и преграждает путь к еде. Он измельчает его в мелкие кусочки, проглатывает столь быстро, как будто его и не было. Тот же, у кого есть терпение поблагодарить своего Творца подобающим образом, у того прием пищи проходит в святости, его стол подобен столу храма, а на голове его царский венец. Таковы слова Рава Пинкуса. Давайте осознаем их и с Божьей помощью реализуем. Будьте счастливы!